Я не думал, что меня когда-нибудь найдут. Вот у меня тут есть патроны. Нужны? Возьми. Это меньшее, что я могу для тебя сделать. Вот ключи от внедорожника, что стоит перед бункером. Я стою здесь, так что он мне не понадобится. What's in here?
Figure they are. Спасибо. Эй! Подойди поближе. Тачку я уже нашел, но там что-то не так с движком, поэтому далеко я не уехал. Я понимал, что нужно где-то быстро спрятаться, и набрел на это место. Но тут заперто, а попасть внутрь сложнее, чем монашке в задницу. Ты не поищешь какой-то другой способ забраться внутрь? Наверняка мы найдем там тонны всякого полезного хлама. Давайте сделаем это. Ладно, я подожду тут. Будьте осторожны. Мало ли что там может быть. Как-то это все подозрительно. Может быть, с той стороны найдется вход? Может быть, с той стороны найдется вход? Я подожду здесь. Нам лучше забраться внутрь, пока... Может, тут что-то есть? Я уж боялся, с тобой что-то случилось.
Но я, должно быть, спутал запах мертвецов и запах плесени. Меня зовут Харлан. Я пилот. Ночевал тут в отеле. Я как раз пытался добраться до аэропорта, но добрался только сюда. Так что я застрял в этой хибаре. Еда у меня есть, вода у меня есть, но электричеством меня снабжает бензиновый генератор. И мне нужно больше бензина.